Привет, всем Снова привет. здравствуйте. А что ты тут химичишь? Что ты химичишь? По лаборатории. Мерный стакан. Вот. А там одна вторая, одна четвертая. Ну и что тебе тут непонятно? Вот миллилитры. Сколько тебе надо? Миллилитров я не побачу. А я с той стороны дивлюсь, та что такое, думаю. А что ты хочешь там? 50 миллилитров, чтобы бахнуть и сразу упасть. Это. Клац. А, ты хочешь выпить этот дозировку себе выбираешь? Да. Сколько я вытяну? Сколько вытяну из копыт не упаду. А, тут же 250. Ладно. Неси мне маркер. Маркер тут. Не, маркер там у меня. Сейчас. Всем привет. Что там он себе химичит? Химик, что ты там уже задумал? На, вот маркер. Писущий. Умка смотрит, не поймет, что они там творят. Скажи, да? Что вы там делаете, мне непонятно. Ты мой золотой. А Бориса не было? Нет. Борис сидел на улице. Не захотел идти. Что это вы здесь делаете, а? Капец. Я к Ломоносову. Буду водку сразу изобретать. А то у вас чего, спирт? Да. Или вода? Или чем вы там балуетесь? Что за страсти у нас тут сегодня? Ну прям... Не понимаю вас. Что ты уже задумал? Да, Соломон? Что ты там задумал, говорит? Так это ты скумбрию купил? Да, кушать буду. Свежую или уже соленую? Соленую. А, готовая. 175 гривен килограмм, за 84 гривни с копейками. Так это можно мундиры сделать. И кто? И батон. Вот. Короче, вышел, 200 нема. 100 гривен нема. А еще 100 гривен куда? На лекарство. На лекарство. На водку, да? Да. Ну ты у меня и догада. Что ты делаешь? Ну-ну. 300 грамм чего? Водки. К завтраку. Накапайте, пожалуйста, как Громозека сказал. Я же, каже, просил 400 капель. А тут 405, чи 400. А, это в мультике. Да, в Громозеку. А там 401, да? А что это, в маркере уже все, тетю у вас? Ага, цель не пишет. Может его тоже спиртом заправить? Да, надо попробовать. И кто его знает, в каком положении их хранить, стоя или лежа? Наверное, лежа лучше. А как мне откапать с той бутылочкой 10 капель? Алгагу. Что? Соломон уже замочила горький перец, положила на батарею. Достал, да? Уже достал, уже футболит, уже играет Соломон. Это капец, а не кот. Намочила семена, вот тут горький перчик, вот тут маленький, кругленький. Так тебе накапать чего надо? 40 капель? Не 40, а 10. А, 10. Тебе пипеточку надо. Да. Там надо это, поискать в этих, как его, в лекарствах, там, по-моему, пипец. А в чайной ложке сколько будет? Откуда я знаю, сколько чайной ложки? Да ты ж капала. Возьми шприцом. На капать капель. Шо? Неси шприц. А оно мне надо. А я знаю, где он. Там же. Оно твое, оно тебе надо, да? А оно мое. А что это будет? Курс молодого бойца.
На. Будем сидеть. Что там? Клуб. А что мы будем лечить? Вот так вот отрывается на меня. Так, ну, а если б ты не показала, я б того зигзага не побачив. Два скрипка. А рецептура. На этом вот. Укропчик можно посеять. Это ты что, от вздутия живота будешь применять? Чтоб не пукать. А ну покажи. О, сейчас возьму очки и буду читать. Тут показания, метеоризмы. Запальні захворювання дихальних шляхів, бронхіт, трахеїт. І все. Чого лічити будемо? У мене ж носоглотка. Так. Воно не беззаражує ще. Вздуття діткам. Діткам давали вздуття. Столову ложку кладі, помістити в емалірований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою, настоювати на кипячій водяній бані 15 хвилин. Охолодити при кімнатній температурі, процідити, приймати у теплому вигляді за 15-20 хвилин до їжі. Біологічно активні речовини препарату чинять жовчогінну, спазмолітичну, сечогінну і вітрогінну дію. Будеш літер ганяти? Так. Да. Все, спасибо. Все, вже шприц не треба. Значить, будемо сіяти. Диви, гектар задубасив. У мене свого дома окропу повна. Мог би з'їздити набрати. На дачу. Повір, проще тут купити, чим їздити туди. Так що? Твоє коронне слово, повір. Повір мені, як каже. Повір мені. Так а що, будеш піти? А ще ж, віриш, ні? Ну це віриш, ні. Ладно. Тебе поставили подсматривать, а ти подслушуєш. Та я посижу, помотляю, що ти там делаєш. Вздуття живота зараз будемо лечити укропчиком. А на вулиці сьогодні туманище. Капець, як молоко. Ну тепло. Ми виходили утром з котами. Смотрю, тепло, хорошо, мухи не кусають. Пацани побігали, котик. Побігали пацани, прийшли. Тепер тебе можна не кормити? Звісно, давай. Тут на 3 місяці. Ти в нас скоро страняшка будеш. Ні, якщо пару місяців не покормити, то, мабуть, і будеш. Ну, як вийдеш на пляж, щоб як тюлені, як лягли, так. А що, і хто з собою більше самок вибере, хто этот. І тепер що, будемо займатися спортом? Так, вон дитяча площадка є. Я думаю, що ти булок не принес этот раз? Булки тепер все, так? Да? Отпадають. Так, через день. Ого, через день. Ох. По шарам дає. Що дає по шарам? Вода. Укропна водичка. Там ще ж укропне. А що ти? Перекис. А ти мій телефон. Що ти п'єш, я не пойму. Ти скажи мені хоч от чого, я потім буду скоро, якщо приїдеш, щоб я могла сказати, що ти там випив. А чого тебе лічить? Як реанімувати, да? Да. А то спросять, що воно потребляло. Хто тебе знає? Тебе яке слово знаю? Реанімувати. Та ти ж у мене медик. Да, умочка, мой золотой мальчик. З медиком поведеся, медицини наберешся. Ось, щось як придумає. Стараюсь бути похожим на хазяйку. А що, я нічого такої фігні не п'ю. Кроме кофе. Як... Ну все, да, можна з кухні уходити. Вже кормити не буду. Ага. А через 5 минут вернемся. Ну ладно, ладно. Ты знаешь, я к водичке попью, она аппетит. А я думала, чебуреки пожарить тебе. Конечно, жарь. Мясо есть? Да. Да что, будем жарить? Ну, давай цебулю чистить, я тесто замесу. Будем? Будем. Давай. Так что, лучше чебуреки.
чебуреки. Так, мясо есть. Давай цибульку на блендер. Я тесто сейчас забеца. Яку? Любую побольше. Может, и синюю пилу чистить. Ну, давай всю чистить. Там только 3 штуки осталось. Чистить. Так. Я ж казав, рекламная пауза. Скоро буде. Поки рекламну паузу дивитесь, будуть уже готові чебуреки. Я сделаю тесто, как на пельмени. Соли сюда. Яйцо. Так, чайник уже стоит. Добавлю горячей воды. Хотя я так никогда не делала. Ну, попробуем. Столовую ложку масла растительного. Опа, я думаю. Опа, все. Горячей воды прям кипятка. Ну, кипятка так кипятка. Сейчас закипит вода. Тут уже почистил. Ой, Алика. И новый рецепт от дяди Саши. Это не то, конечно. Чупча читает рецепт. Так, стакан, чайная ложка сахара, чайная ложка это кофе, стакан кипятка и все в рот кидай-ка. И поколотить. Прямо во рту. Да, залить кипятком, кажи, и поколотить. Сюда? Ага. Це анекдот ще детський. Чуть-то вже 300 лет чебуреки делали. Я фарш покупала ще перед Новим годом. Ну ладно, пригодиться. А я що купував, де той фарш? Коти з'їли. Так я 2 рази купував. Ты ели, ты съели. А ты мне рецепт досы людям? Да, ты. Чукчевский. Да. Ложка сахара, ложка кофе, стакан кипятка, когда выпил, и все, пока. Лет чебуреки не жарила. Помню, что вредные, конечно. Масло сколько туда надо. Ну, ладно, сделаю. Вредные. А надо. Як я скажу. Водка. Соль сюда. Чё? Водка такая скверная. Сало такое жирное. Мне вкусное, когда. А як выпив водки и сальцем закусив, рожа така довольна. Да. Размешаю фарш. Тесто как раз забитое. Ты робишь, я мию, а потом стоим. Ну давай, ты рабы, я буду мыть. Давай меняться, давай. Нет. Чего? Давай меняться. А це що за мультик? Откуда ти вспомнила? А я не помню. Я помню, що я нічого не помню. Розколотила, тепер треба як-то быстренько, щоб воно мені тут не сварилось, так? Да? Розколотить кипятки. Добавить кипятка. От люди попридумували. Вона вообще голову мучить. Ага. Так, і тепер заделываем тесто. Я всегда на холодной воде замешивала, на горячей не пробовала. Прям кипятком. Это первый раз. Сейчас попробую, как оно получится. Соломон только лежит, наблюдает под стулочкой. Что мы тут творим? Да, Солома? А туман так и не рассеивается. Целый день такой туман. Спасибо. Ни за что приходите еще. Вы меня отвлекаете от моей работы. С
Солома, ты чего кричишь опять? На руки возьми ее. Не, нельзя на руки. Тут у меня... Будет такой белый окунь. Тут у меня тесто, тут еда. Сюда не. Нет. Вчера с сумкой гуляли, так я его так упахала. Находились, нагулялись, что он с удовольствием забежал в подъезд. Кто обычно не хочет в подъезд заходить, выламывается. Что еще не дошел до этого, не хочется ему еще бы погулять. А то вчера прям бегом чухнул. Бегом. Скажи, ты меня уже заводила. Так он гуляет как собачка. Говорю, пойдем со мной, идем. И он бежит следом. Люди идут навстречу, там с собаками гуляют. Они не поймут, кому я говорю, идем. А потом он же белый в темноте выскакивает. И за мной следом. И сирена воет, и мы с котом гуляем. Короче, жизнь есть продолжается, да. Музыка, да? Угу. Просыпаемся под звук сирен, ложимся под звук сирен. Живем так. Не сирен, а сиренады. Ага, сиренады. Ты меня прогнал с моего места, ты вредитель. Ты вредитель мой, да. Ты вредитель, прогнал меня. О, ты уже справился, а я сейчас только буду катать. Я уже жду есть. Чего, сейчас будет. Включай. Абдула, зажигай. Сейчас мы тебе забецаем за 2 пенса. Сильный вагон? Не, прикрути сейчас, пока я сейчас сделаю, а то будет... Чадеть. У нас вчера кто-то в подъезде что-то, видно, спалил. Что-то сгорело у людей. То ли каша подгорела, то ли что-то в духовке. Такой запашок был на весь подъезд. Кто-то проворонил что-то. Это такое тесто я первый раз делаю, горячее. Попробуем, как оно. Сейчас. Хочется потоньше раскатать. Сейчас будет чебуречище. Не чебурек, а чебуречище. Чебуречище сейчас сделаю. Я мысленно с тобой. Садись на стулочку и жди. Я сейчас сделаю тебе... Не садись на пенек, не ешь пирожок, да? Да, я сейчас тебе сделаю быстренько прям. Быстро. А куда я делаю? Сырым? Не, сейчас жареным будем. Фаршик синеньким луком. Ну ничего. Я раньше фарш делала, даже руками резала мелко-мелко. Тогда чебурек сочный был. Ну это так, когда не было возможности мясорубкой поработать. Сейчас попробуем что-то за чебуреки на таком тесте. Так, сейчас еще один сразу, я думаю, 2 штучки положу. Даже забыла, как их и делаю. Так. Пошли жариться. Пошли. О, какое тонюсенькое. Колбаска такая. Хорошая, мягенькая тесто. Прикину, сколько у меня получится штук. О, приблизительно. Thank you.
Прям насильно мене заставляє. Насильно. Насильно. Чебурек свистить на сковородке. Ну, так як чай. Где-то, наверное, дырочка в левом боку у чебурека. Mm-hmm. Ну что, ну? Давай попробуем. Чисто такая добрая. Вот кроме тяжкой. Значит, что ли достал. Теперь здесь захавала. Горит, нет? Да, горит, горит, горит. Вырастай, горит. Опа. Предпоследние два штучки. Чебуреки. Ок, какие румяненькие. Нормально? Угу. Да, лучше румяные, да? Да что стоят, садись. Что я меньше близко? Не толкайтесь. Вкусно? Это ж моя жінка приготовила. Тобі вкусно. Молодец у тебе жінка. Скажи. Дай Бог їй здоров'я. Они полежат, потом будут мягкие. А сейчас краешек хрустящий. Как хлеб на выпечке, как выпечка. Вкусно, но вредно, но вкусно. Триста лет не ела чебуреки. 300 лет и 3 года. Не обманешь, прошлого года. А суп кто будет есть? Не знаю. Растет лучок, да? Тепло, тепло на балконе. Все? Все. Что там? Все мяка выкинуть. Ну да, порченый выбрался. Чебуреков нажарили, все. Давно хотела, соскучились. Пока рекламная пауза шла, у нас чебуреки уже готовы. Прямо как на поле чудес у Якубы. На стаканчик воды быстренько. А с Сашкой вообще все быстрее. В 2 раза. Да. Спасибо тебе, дорогой. Пожалуйста. Приходь завтра, приходи еще. Сейчас скромность украшает, но оставляет голодным. Кушайте. На здоровье. Компот вишневый. А я не пойму, это че пластмассовые баки привезли? Да, нам привезли вчера новые мусорные баки во двор. Поставили. По-моему, пластмассовые они. Были железные. Каждое утро машина, когда приезжала, и тарахтела. Ты дых не ими. А сейчас новенькие, он черненькие. Ни разу не надеванные мусорные баки. Вот так-то. То на улице хорошо, надо идти на улицу, подышать свежим воздухом. Растрясти чебуреки. Всем приятного аппетита. Всем хорошего настроения.